Когда идет группировка, мощная группировка кораблей, то у нее есть свой радиолокационный портрет. Это заносится в базу данных, и в автомате все это сразу вычисляется. Поэтому, когда идет залп, четко распределяется уже в системе управления корабля, уже задается конкретно, что должна делать каждая ракета. И когда она прилетает в зону, она выполняет свою конкретную боевую задачу. Высокая сверхзвуковая скорость, относительно большая, до 300 км, дальность боевого применения. С полетом ракеты на сверхмалой высоте на конечном участке протяженностью не менее 30-40 км. Высокая маневренность, устойчивость к различным видам помех, унификация как по носителям, так и по виду старта. На эффективность боевого применения влияет, сколько ракет размещено на корабле. Соответственно, чем больше боекомплект, тем больше боевые возможности данного носителя. Комплексы эти размещаются как на надводных кораблях, так и подводных лодках, и на стационарные комплексы, наземные. То есть вот в этом тоже очень большой плюс. Непосредственно ракета «Яхонт» имеет минометный старт, имеет вот эти все преимущества вертикального старта. Он обеспечивает стрельбу ракеты в любом направлении, вне зависимости от курса движения корабля-носителя. Если в старых комплексах мы ее сопровождали практически до цели, то здесь мы ввели в систему управления информацию, которую должна ракета знать о местоположении цели, а дальше она уже сама по заданной программе работает.